Добро пожаловать на наш канал. Спасибо, что вы с нами. Мы продолжаем читать духовное наставление святых отцов. Уважаемые зрители, рекомендуем подписаться на наш канал в Яндексе, Рутюбе или ВКонтакте. Ссылки вы найдете в описании к этому видеоролику. Старец протоиерей Николай Гурьянов. В народе батюшку называли всероссийским старцем. Обратимся к его наставлениям. Ищи чистоты, не слушай худое и грязное ни о ком. Не останавливайся на недобром помысле. Правду говорить никогда не бойся, но только с молитвой и прежде всего проси благословения у Господа. Надо жалеть тех, кто идет теперь против Бога. Поймите, их ожидает только ад. И если человек не обретет в своей душе Бога, вся его земная жизнь не имеет никакого смысла. Вот спросят вас, как живете, а вы возьмите, перекреститесь и скажите: «За всю слава Богу, что Господь дал, то и приму». Наши мысли и слова имеют великую силу на окружающий мир, на животных, на растительность. Вы молитесь со слезами за всех больных, слабых, грешников, да и за тех, кому некому помолиться. Пташек не обижайте, давайте им милостыньку. Просите Бога, чтобы воздух остался на планете и чистая вода. И неотступно взывайте к сладчайшему Спасителю мира: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». О своих детях никому не жалуйтесь, кроме святых и Матери Божьей. Не хвалитесь, не надо, не раздражайте врагов. Вот будет у вас плохо, а людям радость. Будет хорошо у вас, вызовите одну лишь зависть. Конечно, наши времена лукавые и трудные, густые по событиям и духовно даже напряженные. Но разве стоит унывать, когда везде, где бы мы ни были, мы встречаем Бога? По какому бы пути мы ни пошли, с нами Бог. Так что ступайте и делайте добро. Всякая любовь покрывает множество грехов. Не забывайте никогда, даже в самые трудные и темные дни вашей жизни, благодарить Бога за все, ведь Он ждет этого и пошлет вам новые блага и дары за благодарение. Человек с благодарным сердцем никогда и ни в чем не нуждается. Главное бедство эпохи перед воцарением Антихриста – это дух слепоты. Редок будет духовный разум, чаще будет встречаться плотской. Поэтому люди не разглядят Антихриста, да и более того, узрят в нем благодетеля. Ведь стяжать духовный разум значит, как дитя от матери, не отходить от Вселенской Церкви, постоянно руководиться проверенным веками Святым Писанием. Сам Христос предостерегал нас: смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Не будьте слишком строгими к другим. Чрезмерная строгость, она опасна. Она останавливает душу только на внешнем подвиге, не давая глубины. Будьте мягче. Не гоняйтесь за внешними правилами. Мысленно беседуйте с Господом и святыми. Старайтесь не учительствовать, а мягко подсказывать друг другу, подправлять. Будьте проще, будьте искреннее,
Мир ведь он такой Божий. Посмотрите кругом. Все творение благодарит Господа. Вот и вы так живите в мире с Богом. Не спите, не спите, православные. Не спите, мои драгоценные. Нам спать нельзя, молиться надо. Верующий человек, он должен любвеобильно относиться ко всему, что его окружает. Слышите? Любвеобильно. Чадо мои, радуйтесь и благодарите Бога, что вы родились в России и что вы православные. Надо жалеть неверующих людей и всегда молиться: «Господи, избави их от этого вражеского помрачения». Кто обидит, не сердись. Имя знаешь? Помолись. Над умными есть разумные, над разумными есть мудрые, над мудрыми есть премудрые, а над премудрыми – святая простота. Цель нашей жизни – вечная жизнь, вечная радость, Царство Небесное, чистая совесть, покой. И все это в нашем сердце. Плыву в житейском бурном море, встречаю радости и горе, от бурь какой спасался силой, молитвой, Господи, помилуй. Не прошел мой. Не прошел. Прошел мой век, как день вчерашний, как дым помчалась жизнь моя, и двери смерти страшно тяжки, уж недалеки от меня. Вы простите, род и ближний человек. Меня, грешника, помяните, отхожу от вас, пока не навек. Матерь Святой, богатая, Отче священно начальниче Николае, молитесь за Бога, спасися душам нашим. Из наставлений старца протоиерея Николая Гурьянова. Уважаемые зрители, рекомендуем подписаться на наш канал в Яндексе, Рутюбе или ВКонтакте. Ссылки вы найдете в описании к этому видеоролику. Спасибо всем за внимание и до встречи на нашем канале.